Представьте, вы за рулем, привычно движетесь по делам, и где-то вдалеке слышен звук сирен. Скорая помощь, пожарная, милиция, вне зависимости от того, какой автомобиль оперативного назначения приближается, как поступите вы? Первым и единственно верным решением будет незамедлительно обеспечить ему беспрепятственный проезд. Был проведен тренировочный прогон специального автомобиля МЧС. Почему был выбран автомобиль МЧС? Дело в том, что сейчас начался отопительный сезон, и как раз-таки особенно в районных центрах, когда люди пользуются печным отоплением, нередки случаи возникновения пожаров. И от того, как будут граждане действовать, как они будут пропускать и предоставлять преимущество транспортным средствам специального назначения, будут зависеть человеческие жизни. Действительно, осенне-зимний период несет опасность. Увеличивающееся количество пожаров в отопительный сезон, к сожалению, не редкость. Работа пожарных усложняется погодными условиями. Именно поэтому так важно, чтобы она не усложнялась еще и из-за нерадивых водителей. Культура соблюдения правил дорожного движения, она далеко от идеала. Есть и фиксируются такие факты, когда специальный транспорт, водители транспортных средств не пропускают. Поэтому такие вот проводимые профилактические мероприятия, которые организованы сегодня областным управлением ГАИ, они определенно дисциплинируют водителей транспортных средств, очень актуальны и всегда важны не только для подразделений по чрезвычайным ситуациям, но и для других служб взаимодействия. Цель тренировочного прогона – проверить дисциплинированность автомобилистов. Результат же не заставил себя ждать и оказался очень даже благоприятным. Брестские автолюбители не ударили в грязь лицом и прошли проверку успешно. По итогам сегодняшнего прогона мы можем сделать вывод, что наши граждане дисциплинированы и руководствуются правилами дорожного движения, предоставляют преимущество, когда видят, что транспортное средство специального назначения движется с включенными маячками. Культура соблюдение участниками дорожного движения соответствующих правил, предоставление специальной техники, двигающейся со светозвуковой сигнализацией, преимущества на дорогах – это залог своевременного прибытия сил и средств к месту вызова для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по спасению жизни и здоровья людей. Данная акция проводится не потому, что есть большое число нарушений такого характера, а для того, чтобы их предотвратить и еще раз напомнить участникам дорожного движения о правилах, их смысле и серьезных последствиях в случае их нарушения.